lucky they're out looking for us. Even so, we're not enough to risk a full attack. We should spy on them and find out what's blocking our communications first. We'll enter on notice. There's a vent on that rooftop that should be able to let you in. We'll watch your back. Avoid fighting for now. No loud noises. Stay undetected. Здравия желаю, братья и сестры, с вами как всегда Tanker King. Мы продолжаем проходить Entropy Zero Uprising, да, мод к моду, как бы это странно ни звучало. Всем приятного просмотра. Так, аккуратнее. У нас тут стелс сейчас. А, черт, я запорол. Надо было, да, либо незаметно, либо его ушатать. Вот так вот сейчас. Вот и все. Так, аккуратно. Стелс. Это даже написано, список этого. Необходимостей, вроде как. Тихо, тихо. Черт, не зайти. Тихо. Не заметили же, да? А это у него так пульсирует, ну, звук пульсации. Так, тихо, спокойно. А, это наши, да? Твою-то. А чё он, блин, вот так ходит прям? Ага. На, ха, красавцы. А, я это просто радио. Музыка. Ну, что там, командир? А, мне идти уже надо. Ладно. Ха. Ха. Конечно. Тихо, аккуратнее.
Блять, кто так придумал? Тихо! Нихуя не слышу. А, или... Ладно. Так. Отлично. Ебать, что происходит? Блядь, я думал, как-то он... Эй, чё за... Меня немного, к сожалению, разочаровало то, что... Ну, как-то по-эпичному, но упадёт, а не просто провалится вниз. Тупо. Ну да ладно, чёрт с ним. Так, не понял. А, он должен перелезть, да, сейчас тоже. Ясно. Нам, значит, не сюда. А куда тогда? Козёл. О! Ладно. А! Да уж. Ловушечка.
Ну ладно. А чё он бёрсами стреляет, блин? Ой, тоже мне. Не залезть. Так, туда идти смысла нет. Так, надо в БТР теперь. Предстоит битва эпическая просто. И надо будет, да, отправиться уже за ним. За нашим командиром. Чуть не врезался. А то я помню, прошлый раз конкретно так печатался в него, а там, ну, в общем, впечатление не из приятных. Зачем я сюда зашел? Может, за ресурсами просто? Ой. Ладно. А я что за... Пробел что-то продавился. Так, здесь мы слезаем. Обязательно. Не понял, почему у меня хелл снялся. А, зачем я слезаю? Можно же просто так сбивая. Да? Да, вот. Как они меня попадают так? Быстро машину. И
Иди нахуй. Идите нахер. Все, поехали. И, конечно же, опять загрузочка. Ну что еще можно было ожидать? От туннели. Как, где надо вот так вот перемещаться. О, я это место помню, да. Сейчас будет хардкор лютый. Но меня после всего пережитого это не пугает уже совсем. Ну, чуть-чуть, может быть, а так нет. Такс. Где он? А. Битва на ПТРах. А чё, я отбивать не могу, что ли? Прикол. Прикол. Не умею, оказывается, отбивать. Эпик фейл. Стой, блядь. Да что он так быстро... Заебись. Ёбаный в рот. Что ж такое? Да хули он так быстро... Все, блядь, не выёбывайся. Саново. Ах, блядь, пидор. Вроде попал, но я не уверен. Да ёбаный! Забыл даже, что не могу отбить нормально. Тихо! Бля! Гандона кусок. Я его, кстати, почти сделал вроде. Тихо! Быстро! Да, блядь! Поверни нормально! Ой, тормоз. Где он?
Готов, ублюдок. Так тебе и надо, сучоныш. Вот наш поезд. Стоп. Где ящик был тут? Где-то. Или я уже взял? Ладно, черт с ним. Я тихо, тихо. Блять, серьезно? Да, блять, встань, пожалуйста. Твою мать. Ладно. Все, блядь, сохраняемся, нахуй. А, вот он, оказывается. Даже не один. Да уж. А ты про что, командир? Слышим, что ты хотел... Тихо хотел сказать. Да уж, быстрее! Приехали. Seals it. We're dead. Let's concentrate on the task at hand. Holy 10-108, officer in trouble. 2810, requesting assistance.